Дай, дай, дай. Пусть он кушает. Положи на землю, Вит. Положи. Все, все, все. Пусть кушает. Здравствуйте, друзья. Мы сегодня находимся в Приморском. Такой есть поселочек в Темрюкском районе. Вот ищем здесь пляж. Сейчас вот пока мы проехали вот по такой дороге вдоль... А это Таманский вообще залив. И вот мы вдоль Таманского залива, вдоль поселка проезжаем, вот ищем какой-то берег. Посмотрите, кто здесь живет. Коты здесь живут, покормили мы его уже. В общем, интересное такое место. Пока мы не можем найти пляж. Вот есть такое, видите, песочек, ракушечник. А дальше камка. Как вот в Анапе летом, вы знаете, да? Такая, запахом. Люди ловят рыбу здесь. Вот там вообще, мол такой, там вообще с удочками люди сидят. В общем, интересное место. Здесь даже, возможно, администрация поставила, вы видите, какую-то беседку со скамеечкой. В общем, интересное место. Поселок Приморский. Тоже такое тихое. Жалко, пока пляж не очень. Вот оставили ему хлебушка еще, пусть кушает. И тоже немножко перегузим сейчас хлебом. Таманский хлеб купили. Очень вкусный. Смотрите, как он его ест. Тут вот везде вдоль моря такие дороги проходят. Интересно покататься. Посмотрите, кто-то в свое время сколько сирени много насадил. Но сирень, конечно, и спасает. Сейчас здесь водорослями такой запах стоит в округе. Сирень, конечно, перемешивает немножко. Вот тут какой-то памятник, похоже, друзья, да? Видимо, Великая Отечественная война. И вот почему здесь люди... Видите, как ухаживают здесь розы и цветы. И вот такая вот дорога ведет дальше. Мы сейчас тоже проедем туда, посмотрим. Просто интересно, ради интереса. Это, видимо, рыбацкие какие-то такие тропы. Может быть, вот местные жители ходят сюда купаться. Я смотрю, тут людей баня, бочка. Хорошо, на берегу моря им здесь. А сенокосы какие, посмотрите. Здесь корову держать. Очень хорошо. Круглый год здесь трава растет. Козочки, коровы могут питаться. Очень нравятся мне вот такие места здесь. Приазовский. Тут недалеко есть Горькуша. С другой стороны Таманского залива. Да, здесь рыбацкие места и места молодежи. Мы поедем дальше, не будем людям мешать. Посмотрите, как интересно. Травой заросло. Дорога. Тут, конечно, на низкой машине... Ну, хотя вы не повредите, здесь нет такого ничего жесткого. Да, вот такие съезды на пляж есть. Вот этот мол, там рыбаков очень много. Выезды, видимо, в поселок. Мы сейчас еще немного прокатимся, посмотрим все-таки. Может быть, есть какой-то пляж здесь, если кто-то из местных жителей увидит. Подскажите, где тут такой хороший какой-нибудь песчаный пляж? Вот везде дороги выходят. Аллеи высажены, видимо, люди высаживали в свое время. Прямо видно так вот вдоль дороги. Представляете, как в деревне здесь покататься. Вот по таким лугам. Вот здесь уже травами пахнет. И остатки былой роскоши, видимо. Какой-то туалет. Это значит, пляж здесь оборудован. Видите, общий общественный такой туалет. Интересно. Видимо, раньше здесь было даже футбольное поле. А новое поле вот там вот сделано. Риточка, смотри. Тебе понравится. Здесь даже беговые дорожки есть. Смотрите, как стадион зарос. Видно, его не косят здесь. Есть травой. А там вот дети себе вытоптали. Ты бы побегала, да? Да. Смотри, там тренажеры. А ну-ка, давай побегай. Давай, мама, остановись. Остановись, мам. Я буду кататься. Давай, кружочек, Риточка, сделай. Так, Ритусь, давай. Делай вещи. Фу, посмотрите. Приморский, друзья, поселочек Приморский, какая красота, это видите, вот недалеко от Тамани, тут проездом, если с Голубицкой ехать в Тамани, он есть, и посмотрите, сколько много детей, какая хорошая здесь дорожечка беговая, вот там вот они играют, футбол, тренажерчики есть, как у нас в Голубицкой, на велосипедах дети гоняют, Риточка не может такие мероприятия пропустить. Любит вот она у нас спорт, хлебом не корми, дай вот этим вот побегать, попрыгать где-то, покувыркаться. В общем, красота. Мне все больше и больше нравится этот поселок.
Представляете, да? Даже вот о детях заботятся. Конечно, траву бы вот еще выкосить. Вообще было бы шикардос. А дети там на чем? На скейтах, что ли, да? Смотрите. На велосипедах. Спортсмены? Спортсмены. О, одна упала, но дорожки мягкие, резиновые. Ничего страшного. Посмотрите. Тоже домики здесь наверняка сдаются. Вот я в этом уверен почему-то. А там вообще вдалеке куры пасутся, утки похожи. Видите, такая простая жизнь. Кстати, кто хочет вот так вот покупать дома, обратите внимание. Приморский поселок, тоже место хорошее. Очень хорошее. И вот оно, море смешанное. Азовка с черным. Ритуся гонит. Давай, Ритусь, поехали дальше. Ну что, как здесь? А? Как здесь, хорошо? Угу. Нормально? Минус нога. Минус нога, ты что, упала? Нет. Я стоять устала. Да ладно, надо тебя потренировать. Тебе для тхэквондо пригодится, для хорошего удара. Ладно, едем дальше, посмотрим, что тут происходит. Посмотрите, люди вот на берегу тоже сирень высаживают. Вот кругом я заметил эту сирень. Интересно, прямо на берегу моря вот такой жизнь. Так, прокатимся дальше. Здесь, посмотрите, сады, похоже, яблочки. Такой культурный такой огород, интересно, кто-то старается. А это у нас что, вишня, похоже? Да. Вишня, черешня, посмотрите, яблоко, как люди здесь стараются. И, видимо, вот, видите, здесь живут они сами, а это как бы разработанный такой участок на берегу, просто. То есть, может быть, в аренду взята земля и высаживают люди. Видите, да, как хорошо? Низкие ограды, такие юки высаживают, как пальмочки. Красота! Вот мне все больше и больше вот этот поселочек нравится. Санкт-Петербург, привет! Видите, да? Просто пасутся люди. Здесь виноградники, здесь черное Азовское море, здесь виноград вызревает, очень хороший. Курицы вид, смотри. Смотри, да? Не пускают их в огороды люди, и правильно. Да. Побежали, побежали. Петя охраняет. Девочек своих зовет. А вишня, смотрите, какой здесь аромат. Кукареку. Очень хорошо. Здесь сирень кругом. Так, вот здесь вот нужно быть аккуратнее. Здесь тупик. Дорога перекрыта. Вот мы, значит, видимо, и прокатились до конца. Этого приморского. Тут даже люди туи высаживают. Посмотрите, интересно, как виноградик кругом растет вдоль забора. Вот видите, лоза виноградная. Здесь вот точно человек виноградарь. Видимо, точно какое-то свое вино делают люди. Смотрите, как все аккуратно сделано. Мотоблок у него есть. Это кто? Это утки, Рит. Это утки. Дома недостроенные есть тоже. Интересно, действительно, место. Друзья, посмотрите, что мы нашли здесь. Тоже есть какой-то проход к морю. Обратите внимание. И вот это вот розы. Вот летом здесь будет. Представляете, какой аромат? Да. Неожиданно, неожиданно. Посмотрим, есть ли тут проход. А проход есть. Есть, но здесь причал. Причал. Пошли, Ритечка, спустимся на море, посмотрим. Я боюсь. Да не бойся, ты чё? Сломается. Не сломается. Тут смотри, какое железо. О, тут, наверное, вообще люди рыбу ловят. Ой, я сюда не пойду. Да пошли, пойдем. Ну ладно, подожди. Подожди меня. Я спущусь, покажу вам. Все-таки... Такое пропустить нельзя. Может быть, люди здесь наверняка отдыхают. Сегодня море, видите, волнуется. Мутновато, конечно. Таманский залив. Да, рыбалка здесь точно есть. 100%. Просто ощущаешь себя, как на корабле на каком-то. Видите, спуски есть для купания, видимо. И там подальше. Глубину здесь
Море сбаламучено сегодня, не видно особо. Я вам не могу сказать, глубоко здесь или нет. Может быть, кто-то из местных жителей увидит. Посмотрите, здесь даже для отдыха скамейки есть. Да, интересно, кто же такое сооружение здесь сделал? Здесь вот прямо можно баню ставить и красиво отдыхать. Вот берег какой, обратите внимание тоже. Вот там вот мы не смогли проехать, но я вижу, там тоже машины стоят. Вот там вот подальше. И именно вот этот берег высокий получается в Приморском. Вот именно вот этот кусок. А дальше, видите, вот туда вниз пошел берег и туда вниз пошел. Да, действительно интересно. Рита рискнула все-таки пойти. Молодец. Я поборола гуся. Поборола гуся? Это как это, Рит? Что значит? Страх поборола, да? Да ладно, не бойся. Посмотрите, вот никогда не ожидаешь, да? Вот я почему люблю вот так путешествовать. Постоянно мы где-то в дороге, в каких-то вот таких местах. Какие интересные места попадаются. Вот так вот берег размыли шторма. И эти прямо дерево как обвалилось оттуда. Здесь вот много таких завалов. Дрова бесплатные лежат. Ладно, поднимаемся наверх, поедем дальше, посмотрим. Видите, вот какие сады. Сразу видно, здесь люди трудолюбивые живут, вот ухаживают. Посмотрите, как красиво. Лучок, картошечка, чесночок, похоже. Все, по берегу не проехать дальше. Поедем, вот посмотрим, что здесь еще происходит. Такие даже есть большие участки поместья. Посмотрите, как люди здесь тоже молодцы, вот оккультуривают. Не только свой участок, но посмотрите, вот и прилегающую территорию. Крымские номера здесь. У нас люди, видимо, может, хозяева из Крыма или приехали просто отдохнуть. Вот такая вот площадочка. Главное, что детям есть где позаниматься. И это очень тоже радует. Пасека. Пасека, да? Угу. Представляете, вот тут вот Татьяна Викторовна говорит, вот слева пасека у нас, пчелы. Вот, посмотрите. Очень-очень интересно. Ладно, мы повернем, куда глаза глядят, можно сказать. Посмотрим, тоже везде. Вот в Приморске, видите, тоже люди везде высаживают растения около своих домов. И как всегда, на первой линии к морю у нас такие покруче дома, а здесь вот уже внутри старенькие дома, саманные такие. Очень интересно вот по таким, конечно, местам поездить. Вот тут, скорее всего, Тань, проезд к морю. А вот здесь вот у нас уже выезд на трассу. Небольшой такой сделаем, вот мой обзор. Я хотел именно вам береговую линию показать. Мало ли кто-то вот так вот будет мимо проезжать, чтобы искупнуться в таком тихом месте. Я считаю, что можно. Но тут Тамань рядом, конечно. Тут до Тамани недалеко, там пляж оборудован. Все хорошо, вообще красиво. Новая набережная. Но я думаю, кому-то точно пригодится. Вот здесь вообще можно с палаточкой остановиться в Тамани. Там можно проехать к набережной, тоже с палатками, жить бесплатно, автокемпинг. У меня видео на эту тему есть, но вот здесь 100%. И вот в таких живописных местах, видели, да, сады какие? Так, тут уже к празднику готовятся люди, тоже курицы гуляют. Вот в чем красота, да, такой жизни? Выпустил куриц, кормить их не надо. Сами по себе пасутся. Многоквартирные дома есть. Очень-очень маленький такой поселочек, очень маленький. Вот все друг друга знают 100%. И вот здесь он и кончается у нас как раз. Сейчас вот мы поедем в Голубицкую. А с другой стороны, видите, дороги, просторы. Видимо, раньше тоже были фермы какие-то. Сейчас, я вижу, не работает. Продаются участки. Больше я выездов к морю не вижу пока. Может быть, там частная территория уже, частные машины стояли.
Ладно, я на этом буду заканчивать. Всем удачи, друзья, счастья. Вот, посмотрите. А вот она, эта дорога, кстати, дикий. Может, на дикий пляж, да, возможно. Вот, поселок Приморский закончился. Все, мы едем домой. Кстати, из Сенной 4 километра. У меня оттуда видео тоже есть. Там вообще очень интересно. Древнее такое, древнегреческое место, можно сказать. Тоже посмотрите, какой там пляж. Кому-то из вас понравится точно.